сейчас каждый день какие-то определенные события есть, но самое главное событие у нас сегодня Олег Богданович, у нас 18 лет, решили поздравить. Богдан, я поздравляю коллектива, здоровья самое главное, крепкого, богатырского. Сейчас молодежи тебе оно понадобится. Ну и коридор никто не отменял. Блин, я уже думал, что не буду. Даже директор, то все равно... За 30! Если честно, я думал, что буду посильнее, блин. Я думал, что буду посильнее. Да? Так ты скорость набрал. Стоп под нож. Хорошо. Али, у нас пока 25. Ребята приехали на сборы в довольно таком нормальном состоянии. В принципе, мы им давали индивидуальную работу на дом. Смотрим сейчас, кто что делал. Ну, большинство ребят, видно, добросовестно отнеслись к своей работе. Сейчас приехали 2 дня, уже мы тренируемся. Мы, в принципе, довольны состоянием ребят. Но все равно у нас есть еще 10 дней до сбора в Турции и поднять функциональное состояние футболистов. Беговыми вправами плюс какими-то держаниями мяча на больших расстояниях. Как обычно, утром мы тренируемся... В основном без мячей, беговая работа, а вечером все с мячами, все игровые упражнения с мячом. Важко тренироваться в такую погоду? А сейчас не особо холодно, 0 градусов, плюс 1, минус 1. Единственное, ветер немножко мешает. Ну, довольно хорошая погода по сравнению с другими годами. Плюс у нас очень хорошее поле, на котором можно хорошо подготовиться. Андрюх, ты не можешь туда заходить. Давай.